точно. Куда ты там попал? По ногам тебе. Отлично. Еще бегут. Граната. Ай! Не так заморозил, как надо. Отлично. Еще. Да тут я перед тобой что-то. Все. Закончились. Используйте МВП на платформе. Почините мост. У нас мало времени. Здорово. Вас заметили люди Демичева. Скорее на мост и идите к воротам. Бегом! Так, подобрали крутую пушку. Отлично. Ща мы тебе. Опа! Да выёживался. О, сколько? А, двое. Готов. Вот там еще бегут. Ну, ладно, тебе в ноги. Ага, не попал. Ну, давай еще раз. Мне не жалко. Там чё, танк стоит? Так, облетаем все машины. Yes. Окей. Ух ты, граната.
Так, кто-то еще. Вон ты где. Так, там их трое. Ну, привет. Так, у меня как раз 3 патрона. О, ну еще стоят. Нифига себе, там еще идут. Бегом, 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 бегом. Молодец. Все. Ренка, если ворота закрыты, вам придется использовать другой вход. Он находится в хранилище. Как? Будьте осторожны. Эту зону опечатали после утечки газа Е-99. Даже не догадываюсь, что вас там ждет. Как вы заманали, а? Что здесь меня может ждать? Мутанты. Держи. Ну ладно. Можно было как-то одним махом всех, что ли? О, нифига, здесь такая бойня, мясо. Так, не понял. А. Теперь понял. О, жесть. Сюда не пройти. Походу наверх, да, надо поднять. О, я понял. Короче, так.
Быстрое лечение, ускоренное лечение с помощью аптечек. Не на бегу. Это бы тоже надо было бы. А. Понятно. Просто открыл дверь с другой стороны. Выходы были перекрыты мгновенно. Выбраться успели не все. Одному Богу известно, что газ сделал с людьми. Так. Ох ты, нифига себе. Мерзость какая. Дружище, вам нужно найти противогаз. Противогаз. Сейчас поищем. Чертеж. Полевой врач, регенерация 25%, запаса здоровья вне боя. Вот это тоже надо будет прокачать. Молю тебя, остановись. Держи это. Так, 3 патрона осталось. Уже больше. Так, вот он, противогаз, отлично. Ой. Итак, в самый низ, что ли, надо прыгать? Как всегда, в пекло. Ой, еще и... Варя. Работа центрифуги завершена. Подготовьте вторую емкость. Так, надо будет куда-то прыгать, что ли? Держи. Капитан, внимание! Рядом с вами замечены солдаты Демичева. Я начинаю терять ваш сигнал. Сколочено все.
Так, для чего-то ящики эти, значит, здесь, значит, нужны. Давайте затащим их наверх. Так. А, понятно. Сколько вас тут? Пополняем запас кислорода. Максимальный запас. Ничего не работает, что ли? Не успел до противогаза добраться. Воу. Так. Что у нас там? Способность, да, какая-то была или нет? Нет, оборудование. Почему полевой врач? А, не хватает, блин. Ладно, быстрое лечение. Попробуем с этим быстрым лечением. Если нет, вернем обратно вампир. Так, что там на кнопку надо нажать было, да? Чё за... А, я понял. Бегом. Отлично. Капитан, вы меня слышите? У нас мало времени, поспешите. Я в курсе, что мало времени. Так что не надо меня тут подгонять.
Так, что, мы будем перемещаться во времени, что ли, сейчас? Наденьте противогазы и немедленно покиньте здание. Это не учебная тревога. Труп. Я понял. Отлично. Судя по навигатору, вы около газохранилища. Следуйте дальше. Да ладно, мы потеряли пушку. Блин. Возвели защитные контуры по периметру. Найдите аванпост. Вам нужно их отключить. Так, наверх надо. Развлекаются. Удалось установить личность убийцы. Говорят, он из какой-то экспериментальной группы. Из некой Мир 12. А вот и я. Не ждали, да, меня здесь увидеть? Так, не туда. Пойдем сюда. Отлично попали. Чуваку. О, а тут склад. Но у нас все по максимуму. Так, это у нас тут пункт какой-то. Воу. Отлично, капитан, но советую тут не задерживаться. Скоро тут будет полно солдат и мутантов. Обнадежил. Знает, как поддержать, а? Нет ничего интересного. Отлично, все-таки есть. О, ух ты, откуда вы здесь взялись, уроды? Thank you.
Вообще такой там сюрприз просто. Бабах. Держи. О, там здоровый. Ха-ха, дурдом. Так. Я вам помог, идиоты. О, попал-то четко. Аж рука отвалилась. Так, так, так. Что-то там взрывается, блин. О! Нифига так. Подстава такая. И как тебе? Не, ну это нормально. Чтоб тебя. Так, общими усилиями мочим эту тварь. Тут, я сказал, мочим ту тварь. Чё, она сама сдохла? Вооружиться-то. Во! Тут всякие ништяки лежат. Получи. Отлично.
Так, о. О, что-то лежит. Максимальный запас. Нажмите, удерживайте мышь 2, чтобы выпустить управляемую ракету, которая будет лететь в сторону перекрестия прицела. Военные ПРК для стрельбы осколочными фугасными снарядами. Т. Так. Возьмем 9 патронов. А, он просто в руки берется, что ли? Ну ладно. Отлично. Ой.